Сегодня сборная Казахстана по футболу проведет первый отборочный матч на чемпионат мира в Катаре. Подопечные Талгата Байсуфинова поборются за очки с командой Франции. Накануне звездный состав гостей, включая Мбаппе, Погба и Гризмана, опробовали газон Астана-арены. На пресс-конференции главный тренер Дидье Дешам сказал, что Казахстан нелегкий соперник, которому нечего терять. Кто у французов же выйдет на поле с первых минут, Дешам говорить не стал. Открытую тренировку накануне провели и футболисты нашей сборной. К сожалению, из-за рецидива старой травмы помочь команде не сможет полузащитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов. Игра все покажет, но то, как будет, знает лишь один бог. Франция – чемпионы мира. Нужно выйти на поле, получить удовольствие от игры и показать хороший футбол. Состав? У нас еще будет тренировка. Посмотрим на состояние игроков и определимся. Для сборной Казахстана это будет первая игра в текущей квалификации. Что же касается действующих чемпионов мира, то они ранее сыграли в ничью с Украиной. Также в группе D есть команды Боснии и Герцеговины, а также Финляндии. Матч Казахстан-Франция пройдет на стадионе Астана-Арена. Начало в 19:00.